хозяйство Зуевка Алтынсаринского района не может нарадоваться завезенному на ток зерну. В этом году, говорит хлебороб, у него хорошее качество, даже несмотря на минимум осадков прошедшим летом. Качество хлеба очень хорошее. В этом году натура изумительная. В прошлом году была клейковина высокая, а натура низкая. В этом году вот у нас клейковина где-то 23, я думаю, 24 пойдет, солнечная радиация хорошая. А натура 780, 770, ну 800, конечно, нет, но нормально. Первые дни мы как бы слабо работали, дело в том, что то дожди немножко мешали. Ну вот буквально 3 дня мы работаем, зерна поступает 1000 тонн в день. Это очень здорово. Сегодня в хозяйстве, продолжает Бородин, убрано порядка 40% площадей. Было бы и больше, если бы не погода. Ведь и топливо, и техника были готовы заранее. Но здесь не унывают. Работают сразу 2 способами. Валят в волке, затем собирают и идут прямым комбайнированием, как сегодня. Агрономы в хозяйстве уверены, что хлеб на свал в нынешней ситуации – выход из положения. Волки здесь уже свалены почти 2000 гектаров. Чуть позже за них примутся комбайны. Вот что-то не в ту сторону. Виктор Фриц рассказывает, что в такие жаркие дни, как последние, хлеб успешно дозревает, поэтому эти клетки сразу убирают и обмолачивают. Мужчина подчеркивает, что механизаторы на такую битву настраивались заранее. Если погода позволит, то здесь завершат уборочную уже 15 сентября. Когда мы вот на обмолоте волков работали, мы вот несколько дней до 2 часов ночи работали, не бросали. А сейчас на прямом комбайнировании до 12 работаем. Устают, конечно. Это целый день, особенно вот как вчера, день под 30 градусов температура была. Хоть вроде и техника новая, кондиционеры, все равно пыль, жара. Устают. Всего же в Кустанайской области убрано порядка 30% от всей посевной площади, а это больше 4,5 миллионов гектаров. Собрано свыше 1 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность в области составляет 8,3 центнера с гектара. В лидерах находится Жангельдинский район. Здесь убран 81%. Затем следует Ауликольский район с 51%. Меньше всего убрано в Узункольском районе. По официальным данным, здесь сельхозтоваропроизводители обмолотили лишь 8,8% площадей. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН, Алтынсаринский район.